Разыскивает спеченный разведчик Визарик. Ни одного еще Алика не видел, Диман. Ага, тоже. А, так это Зандалар, Вась. У нее это же локация, не ихняя. Алики будут на смежных территориях, или когда мы к ним придем? Может быть. Это же Зандалар ордынский. Только это Валдун, Вась. Ой, Вандул, да. А, ну, кстати, тогда да. Может, и должны быть. Да, мне кажется, вот эти три локации — это наши. А те три не наши. Ну да, да. Блин, не надо убить от моба, который там на пятерых рассчитан. Но я боюсь на другой сервер уходить, потому что, блин, потом в чате такой там спам идет от этих американцев, они все еще по-английски пишут. Вот это мне, конечно, бесит, то, что нельзя вернуться к себе домой. Нет, ты вернешься только, когда фазу пройдешь, фазирование. Я, когда в пати меня возьмет кто-нибудь из своих, я окажусь у себя. Ну, если что, я у тебя в пати могу брать. Обратно. Я понял, ты меня сможешь взять, но другой вопрос то, что... А, ну я окажусь хотя бы, да, хотя бы на ткаче. Не, а у нас тут, я смотрю, Голокронт бегает. У нас вот русскоязычный мультисерв как бы. Не, у меня уже тоже все русские, просто я говорю, здесь вот... Ладно, все равно надо идти, потому что нету здесь никого. Ух, тут народу собирает. Нас не остановить!
Пески не остановятся.